Ой, где? Вон она. Вот. И вот так вот. Достаточно так будет, да? Да. Немножко. Даже еще можно. Экран. На экран, да, показать. Угу. Примерно как процесс у нас. Будешь фотокорреспондентом. Мониторе это все это ух ты, как хорошо. Ну сейчас диаметр иглы больше, потому что я разные попросил, чтобы каждый из них разные иглы взял. Да. И это более плотное получается, потому что диаметром она шире. Ей более удобно вот именно, если маневренность эту вот внутримышечную делать, вот и она более маневрена. Она сейчас перекинется туда, там она там же будет детально, да. Тут я уже близко. Вот она. Это первый, второй, потом еще получше будет. Готово. Все это можно смотреть. Теперь снимаем. Что-то у нас было. Перевернуто, да? Вот нерв сейчас виден. Вот он медиально там такой кругленький получается. Угу, вот там. Та иголочка наша где? Иголка вот. Так. Вот иголка. Вот она проходит. А вот она прям там, где надо. Получается, насколько... Вот нерв, да? Да. Вот нерв. Вот он, и в этот раз прям над ним. Сколько получается? Ну, совсем немножко, да? Сколько там получается? Вот чтобы эту кассу пройти, надо буквально то вот сантиметра, наверное. 8 миллиметров. 8 миллиметров. Все, хорошо, сейчас я ее немножко ниже опущу, потому что, да, я уже там...